Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Алматы достиг критического показателя. По данным Казгидромета, он составляет 7 баллов из 10. Это подтверждают и исследования международного проекта сеточной модели углеродного следа в мире. Согласно им, в прошлом году Алматы вошел в число 100 опасных для экологии городов мира, заняв 95-е место. Основным источником загрязнения воздуха по-прежнему остается автотранспорт. На его долю приходится около 65% от всех выбросов. А еще значительное воздействие оказывают ТЭЦ. Их нужно перевести на газ. Однако работа в этом направлении затянулась, говорят члены Народной партии Казахстана. А пока они предлагают свое решение экологической проблемы. В первую очередь партийцы призывают старшее поколение помочь привить экологическую культуру молодежи. Надо ограничить въезд транспорта в город, транзитные эти. Вот приехал, ничего страшного, оставляй за городом транспорт. И на метро есть, такси есть, троллейбус, езжай. Тогда это раз. За вырубку деревьев надо ужесточить штрафы. Штрафные санкции увеличить в разы. Более того, наделить большими полномочиями экологическую прокуратуру. А общественные объединения в лице молодежи нужны голубые патрули, юные мичуринцы, там это все, что было раньше. Восстановить деятельность мусороперерабатывающего завода, который производил стекловату, там, картон и так далее, и так далее.